В ночь на 26 марта в городе Карталы Челябинской области произошла трагедия. На улице Гагарина в деревянном доме площадью 40 квадратных метров случился пожар. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание. Затем в сгоревшем доме были обнаружены тела 5 человек – мужчины, женщины и 3 детей. Погибли мальчики 7 и 10 лет, а также 4-летняя девочка. Выяснилось, что мать детей ушла из дому, чтобы отметить день рождения, и оставила ребят на попечение друга и сестры. Взрослые в тот вечер употребляли спиртное. Другие детали и причины инцидента выясняются.